Здравствуйте, дорогие мои зрители! Вы находитесь на моем канале, канал «Мгновенная реакция». Этот канал у меня... На этом канале я хочу высказаться по разным инфоповодам и ситуациям. Вот, например, сегодня я посмотрела видео Андрея Петрова. Он там так сильно плакал, переживал, что его бросил любимый человек. Ну ладно, бросил. Андрюш, ты ж молодой, красивый, красишься очень красиво. Ну, пройдет все это. Это прошла любовь за репомидор называется. Вспомни, как у мамы-отличника Михалыч-то что творил. Ходил в Акапулько с девчонками-аниматоршами. И что? Он вернулся. И Лена Павловна забыла все и живет прекрасно. Все проходит. Только ты знай одно, что жизнь прекрасна. Все будет отлично. Ждем твое видео. Как ты красишься, как ходишь в магазин, как плачешь иногда, конечно. Мы за тебя, Андрюшка. Ну ладно, дорогие мои товарищи, я заканчиваю. Подписывайтесь на мой канал. Всех люблю и уважаю.